Земля, земля, прием, мы ведем специальный репортаж из зоны событий. Примерно так, я хотел начать наш выпуск, но, друзья, давайте-ка по порядку. Тема сегодняшнего ролика – бассейн своими руками. А, да, я нахожусь в ступени космической ракеты, если что, и это правда. Погода просто шепчет, оденьтесь потеплее. Нашли отличное место для нашего бассейна. Размечая его, поняли, что 2 метра это будет от территории бани, 2 метра от соседского забора и 1 метр на 2 входа. Вот, оказалось, что басик стоит прямо на месте ямы. И, конечно же, кран – это самое верное решение было бы сейчас, чтобы его просто сдвинуть. Но смекалка выручает. Я решил этот 2-тонный механизм отодвинуть 3-тонным механизмом своим автомобилем. Сегодня задача простая. Надо выбрать грунт по горизонту будущего фундамента бани. Я его отстрелял уже по лазеру и знаю, на какую глубину мне стоит заложить мой бассейн. В дальнейшем я планирую утеплить стены бассейна по нескольким причинам. Первое, мы пока что не знаем, будет ли он уличный или мы сделаем над ним павильон. И второе, это, конечно же, пучинистость грунтов. Только что в кадре были в куртках и уже в шортах. Такая вот непредсказуемая погода на Алтае. Друзья, вчера я отстрелял все лазером. На одной, соответственно, стены нашего бассейна я решил приклеить утеплитель. По случаю подглядел у соседа, он использовал для утепления дома пеноплекс. Я тоже выбрал его в качестве теплоизоляции своего бассейна. Основные плюсы – это низкая теплопроводность, практически нулевое водопоглощение, долговечность, биостойкость. Он не содержит и не выделяет опасных веществ. Данный материал способен с легкостью выдерживать все значительные нагрузки, в том числе и вес наполненной чаши бассейна на протяжении всего срока его эксплуатации. Для какой цели в данном случае применять пеноплекс, спросите вы. Ведь бассейн уличный и вряд ли экструзионный пенополистирол ему как-то поможет. Но, друзья, мы забываем про морозное пучение, его никто не отменял. А пеноплекс с этим отлично справится, и я уверен, что благодаря этим процедурам мы просто не обнаружим весной выдавленный бассейн из земли. Основание моей ракеты, оно не такое уж существенное и не идет к самому краю стенки. Поэтому устилать дно мы не будем досконально. Хотя наш канал и научно-познавательный, а так развлекуха, интересный факт про экструзию. Технология производства была разработана в 1941 году для нужд американского флота. Вспененный полистирол использовался в спасательных шлюпках и плотах. Затем материал нашел применение в холодильной промышленности, а в начале 50-х годов вышел на западный строительный рынок. В России первым производителем утеплителя стала компания Pinoplex. Линия на заводе в городе Кириши Ленинградской области была запущена в 1998 году. Благодаря особым эксплуатационным характеристикам Pinoplex широко применяется в строительстве общественных, промышленных и частных зданий, спортивных, сельскохозяйственных и других сооружений. Совсем забыл сказать, что благодаря своей такой податливой структуре с экструзией очень легко работать. Имея в руках простой канцелярский нож, можно сделать просто чудеса. Вы видели, как легко я справлялся с ним. Так, братцы, все, уложил на дно. Для кого-то может показаться, что это немножко кутеляпо и аляписто, но днищем ракеты все это дело прижмет. Самую главную задачу он выполнит уже 100%, отрубит возможность морозного пучения от самой чаши. Такая текстолитовая структура может, наверное, даже и всю зиму выдержать воду, никакой не порвет. Ну, вы в комментариях напишите, как вы считаете. Ну, вообще, это на самом деле от ракеты. Там давление, наверное, очень большое, намного сильнее, чем будет давление льда в этой чашке. Не знаю, но нужно подумать. Так, все, вызываю сейчас трактор или кран, кто приедет первый, и опустит нам ее вниз. Хотя, честно, желание сделать это самостоятельно автомобилем. Как вы думаете? Дернуть машиной, что ли? Сейчас порешаем. Так, ну все, друзья, уже принял решение, что буду это все дергать машиной. И тут у меня соседу приехал трактор, которого привезли на ручки. Будем все-таки ручкой поднимать. Сейчас он заедет на участок, и мы это все сделаем. Я заделаю отверстия, все, которые необходимы, дочищу их и будем уже вставлять сам чехол. We'll be right back.
Так. Давно лежит. Давно хочу попробовать. Решил шлифануть бассейн и покрасить его в какой-нибудь цвет такой. Наверное, это будет грунтовкой. Загрунтую его пока. А то это все еще уберу. Немножко не хватило фольгированного изоспана, поэтому использовал простой сантиметровку. Сантиметровку, кстати, везде 5 мм, здесь сантиметр. Но, друзья, под толще воды, которая будет сюда налита, 6 кубов, все это дело хорошо разопрется и будет все здорово, я уверен. Идем дальше. Ищу дырки, надо их все пометить. А пометить надо их снаружи. Нужен маркер. Женя, с той стороны. Да, тут еще вот две дырки. Еще одна с твоей стороны левее, смотри. И ниже той, которую ты пометила, тоже есть отверстие. Ниже пометила, левее. Три дырки в твоем районе должно быть. Вот. Так, то есть мы нашли пока 4 штуки, да? Теперь вот, Жень, пальчик, вот я вытаскиваю. Она небольшая, но есть. Так, тепереча, идем дальше. Еду сейчас к Владимиру Валентиновичу, занимается изготовлением тентов, бассейнов и прочего всего вот этого дела. Мне нужны заплатки, так как обнаружены дырочки, но, честно говоря, братцы, этому бассейну у меня больше 10 лет, поэтому, соответственно, знаете, могли появиться, тем более там периодически бывало, что зимой перекладывали, чего делать не стоит с тентами, да и хранился он не в лучшем виде. Поэтому сейчас возьму заплатки, и сегодня мы их с вами заклеим, я объясню, как это все делается. Но это темно, а вот, а тот вот, как вон там, он синий. Голубой. А, голубой, да, я не очень... Вот примерно что-то такое, ну, да. Не проблема, то есть... Для зрителей можем, или это секрет, рассказать, как примерно это делается, под какой температурой лучше? Или лучше пусть к вам приезжают? Температура где-то градусов 400-450 минимум. В принципе, мы наварим на полной, на 600 градусах, а дальше просто, как сказать, скорость. Угу, угу. Нагреваешь, и чем быстрее ведешь, она меньше плавит. Сторона? Ну, естественно, одна гладкая, вот, да, глянцевая. Глянцевая. Другая, вот. Вот эту сторону плавлю. Да. То есть я, получается, плавлю на бассейне. Бассейн, заплату ставите, прижимаете роликом обычно. Угу. И грею здесь. Да, греешь, греете между ними. Сколько примерно времени это делать? Или я что-то должен увидеть? Ну, тут надо руку набивать только. А, руку. Ну, я попробую тогда на клочках. Без и... проблем, но клочков и пойму для себя. Спасибо вам большое. Ткань. Да, ткань сейчас заберу. И буду экспериментировать. Но если еще есть, я бы, конечно, взял. Лишней не будет. Отлично. Спасибо большое. Так, все. Взял материал. Сейчас баннер моем. Начинаем клеить. И вставляем его уже в емкость. Короче, скоро у нас будет бассейн, и скоро мы будем купаться. Сначала потренируемся на кошечках, а потом будем клеить. Вот, например, надо вот к этой приклеить вот эту. Слушай, ну это надо с тобой делать, наверное. Бери эту, вот эту фиговинку. Сейчас я их вот тут подогрею вместе. И ты вон там поддавливай. Здесь? Да, придави. Угу. Вот, а теперь поехали. Ох ты, нифига себе. Короче, главное не перегреть. Да, мы перегрели, видишь, в самом начале. Вот. Вот тут мы перегрели. Ну, дальше-то нормально. Дальше все хорошо. Так, то есть будем начинать быстро, понятно? Да, да. Подставили, хоп. Еще пробуем, еще тренируемся?
Давай. Давай еще вот эту. Вот тут разрежь, вот тут разрежь. Вот. Давай. Прижми, вот уже сразу прижми. Угу. Все, поехали. Угу. Отлично. Все получается, да? А вот смотри, немножко вот так хоп, и уже вот сейчас я ее, все, я ее уже сплавил. Так. А вот здесь вот, слушай, ну надо ей время дать, да? Сейчас начнем, знаешь чего? Мы сейчас наклеим сюда усилитель. Усилитель. А, давай из серого полотна. Нам же без разницы, какие клочки, они же будут со стороны этого находиться, с той, с внешней стороны. Красота, вот, то есть вот эта жилая зона, видишь, она глянцевая. Сейчас сначала надо прицепиться, давай сначала вот так прицепимся, иди сюда, давай. Все, все, а теперь поедем вот отсюда. Идет? Ну, вроде, да. Не знаю, насколько крепко. А у нее нет задачи крепко. Я думаю, у нас очень классно все получилось, поэтому теперь мы можем отверстия заклеивать. Давай, 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 гони, гони, гони. Все, прелесть. Едем, едем, едем. Едем, 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 едем быстрее. Краешки катай тоже. Все. И с этой стороны. Давай. Так, друзья, самый классный, ответственный и приятный момент. Мы устанавливаем внутрь нашего бассейна, как он называется-то? Чехол? Чехол? Чехол внутрь нашего бассейна, да. Опа! Поймал. Держи. Люверсы. Нет, одну сторону бери какую-нибудь и иди. Сейчас нам нужно найти место, где... Так, нашел. Вот. Разворачиваемся. Идешь туда. Туда идешь, идешь, идешь. Идешь, идешь, идешь. Сейчас я фиксанусь. Так, здесь я все фиксируюсь. Здесь у меня должно быть вот так. Идем дальше. Здесь все совпало. Да, всего хватит. А их не надо много? Основное начнем цеплять саморезами. Я сделал мягкие борта. Теперь прям приятно. У тебя есть саморез? А, вот они. Вот они. Ну и что ты мне скажешь, мыть будем или нет? Вообще хотелось бы помыть. Мойкой будем мыть или руками? Наверное, мойкой, я там посмотрю. Ну, короче, центр разравнивай как-то, тогда в углах пусть будут замены. Давай, знаешь, как сделаем? Короче, достаю мойку дыковскую, проделываем химией, промываем и собираем тряпочкой все. А вариантов нет. Так, ребят, сейчас я ее быстренько соберу. Смотрите. Обраточка прилетела. Ну я, конечно, не умный человек. Как мы теперь убирать отсюда будем? Зато чистенько будет. Да, мне кажется, вот это все стекает, вся грязь. Смотри, он прям... Пройди по периметру. Вот это тоже пройди, все, правда. Отходи. Давай.
приобрел насос. Рекламировать его ни в коем случае не собираюсь, потому что вам это не очень нравится, это во-первых. А во-вторых, это не рекламодатель мне его подарил, но прорекламирую продавца. В общем, нашел человека на Авито, познакомился с ним, прочитал отзывы о его работе. Он находится в другом городе, в Новосибирске. Он проверил на видео, он прислал мне видео, обзор, отчет, как это все посмотрел, показал коробку, рассказал, что за маркировки, как это этим пользоваться. В общем, полностью ввел меня в курс дела по фильтрам, по бассейнам и так далее. Занимается он продажей самих бассейнов, фильтров к ним и так далее, много чего. Дмитрий, в описании дам ссылку, посмотрите, если появится желание к лету что-то приобрести, я вот реально советую. Для примера скажу, этот фильтр стоит в магазине в моем городе 22 тысячи, я его купил за 17 600, в районе пятерки экономия. Итак, друзья, мы закончили с бассейном почти полностью. В таком виде он сейчас выглядит, но это вода, которая достается прямо из скважины без всяких чисток. И я приобрел вот такие таблеточки, которые называются таблетка хлорированная. Если знаете, что правильнее всего использовать в бассейн, но недорого, посоветуйте, пожалуйста. Но вот пока у меня вот такой вариант только есть. Три таблетки достаточно для того, чтобы 6 кубов очистить воды в бассейне. Давайте протестируем. Сразу примечание. В общем, сижу и думаю, а вот как эта таблетка интересно ведет себя, когда я ее бросил в бассейн. Раздавил еще пару таблеток, потому что что-то в бассейне ничего не меняется. А 4 часа уже прошло. И моя глупость была, это то, что я... Таблетки-то просто так бросил, их надо было сначала вот в чашке размешать. Ну, что ж, бывает такое. Все ошибаются. Но цвет бассейна пока вообще не изменился никак. В следующем видосе мы допилим наш плод, наконец-то, я надеюсь. И уже готовимся к сплаву. Уже надо пойти прям на большую водичку. И еще, я по пасеке вам много чего не показывал. Если нужно показывать, пишите, буду показывать, если вам интересно. Все, я был рад вас сегодня видеть. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через несколько дней. Пока-пока.